Так, ребята, доброго времени суток, добро пожаловать на канал с завода, меня зовут Дима, и мы продолжаем с вами проходить метро Exodus. Так, по-быстрому свалили с того места, потому что там дозиметр прям защелкивал, зашкаливал. И нам нужно вылечиться срочно. Так, идем мы, значит, за гитарой сейчас, а потом до князя. У бандитов надо забрать. Ой, я не хотел. Так, как мне... Незаметно-то все сделать-то, а? Некому платить за меня. Один я. Отпустите. А? Че, в натуре, мля? Сука, мля! Брат! Вон, сучара! Да что ж такое, не попал я! Ладно, по-тихому не получится. Не получится. Так, этот живой, да? Не убили. Это хорошо. Так, где ты там сидишь-то? Пацаны, нашего урыли, как вы опущены? Пацаны, наши хвали! Я тебе, подлечка! Сучара, бля! Давай, выходи. Ух ты! Ух ты! Прикройте, братва! Маслята вышли! Блин, больно! Больно, очень больно! Так, давай! Мне все модификации, мне! Так, чувак, а ты у нас кто такой? Тебя посвободить или пока не могу? Эй! А. Куча прячется. Типа здесь еще кто-то есть, и поэтому я не могу его еще спасти, да? Так, ну. Че ты меня не понял, а? Так. Забираем модификации. Все? Прошу, развяжи. Да иду, чувак. Видишь, я хороший. Спасибо тебе, добрый человек. Да не за что. Я с моста шел. Отец Силантий епитемию наложил в дом царь рыбы пойти, а меня вот эти схватили. Я вижу, ты из этих еретиков, но все равно скажу, тут на острове схрон, прибор там. Нам нельзя, грех, а тебе пригодится. А я тут оклемаюсь чуток, да назад. Век за тебя, царю нашему, молиться буду. Может, и отмолю грехи твои. Ну, давай, помолись. Я уверен, лишним не будет. А сейчас мы будем искать здесь пока гитару. Так, это у нас кто? А, это у нас... Электричество? Что это значит? Это плохие или хорошие были? Я что-то не пойму. Так, и наверх надо забраться. Я наверху не был, а этого я обыскивал. Нет, лёг, как лежит, чуть не пропустил. Патрончиков набираем. Так, здесь я все обыскал, да. А, лестница с другой стороны.
Оба-на, это жилая комната. Так, а есть ништяки какие-нибудь у канистра с химией? Так, тут еще наверх есть лестница. Оба-на, это что такое? Семен, мост все. Сектанты теперь на коне. Я четверть груза давал и слушать не хотят. Бросай, мол, дизель тогда. А на ручной дрезине я мотал платформу 200 километров толкать. Понятно, нагорели мы уже. Серегу отправляю к тебе. Он письмо и отвезет. Дизель, сразу загоните братьям. Они нормальную цену давали. И берите тот паром. Или баржу самоходную. Или буксир. Ты понял, Семен? Не торгуясь. Как остальные за мост узнают, любое корыто будет на вес золота. Но если быстро обернемся, отыграемся. Еще и с прибытком. Давай, Семен. Время, деньги. Да, Семен, время, деньги. Только, походу, ты уже все того. Так, а это у нас та самая гитара, которую просили забрать. Отлично. Давай, брнм. О. Аккордик один. Замутили. Так, еще выше есть. Так, ну это самая высокая точка. А здесь я вот смогу спуститься, получается. Ну я вроде все обыскал. А мне надо же до этого идти. А где он находится-то? До князя. Где-то сказали на пути. Это получается вот, мне дальше идти надо сюда. Ну ладно, идем. Спускаться не будем туда. Пока еще рано. Пойдем сейчас до князя сначала. Потом сходим туда, разведаем все. Так, это не то. Так, князь у нас на железной дороге. Где-то там он сидит. Оба-на, это что такое? Это... Так, противогаз одеть, да? Да я к нему и иду. Только там какое-то чудо электрическое. Какая-то молния шаровая или что это? А я ее могу убить? Ну, не буду стараться. Мне кажется, она сильнее будет. Так, удерживайте А, чтобы зарядить фонарик. А, он севший почти у меня. Так, а вот здесь, походу, князь. Так, кто там топает такой злой-то? Опа! Опачки, здорово. Ну, здоров, брат по крови. Что, не заметил меня? Вот и другие не замечают, а я тут уже как родной. Слышал, ты на терминал за дрезиной, но тогда слушай, чего я тут наразведывал. Вход в терминал, как я понял, с воды. К счастью, там есть пристань и лодка. Видно, святоши постарались. Внутри, похоже, одни зверолюди. Вон, видишь, заправка? Там бандиты. Я так понял, они там святош ловят. Тем в терминале как медом намазано. Пока я тут сижу, уже троих так взяли. Глянь на вот то здание. Там бандиты пленников держат.
То ли выкуп ждут, то ли что, но измываются над ними страшно. Какое здание? Я у бати вот это что? Разрешение на вылазку запрашивал, но он ни в какую. Я его понимаю, но все равно мы же всегда простой народ от такой сволочи защищали. В общем, еле сдерживаюсь. Ну ладно. Руины те видишь? Там бандитский лагерь. Есть снайперы, как минимум один с крыши частенько прицелом блестит. Так что в психическую я бы на них не ходил. Мост сидит в глухой обороне. Боевики их носа не высовывают. Явно ждут, что мы их штурмовать будем. Так что о них сейчас беспокоиться нечего. Конечно, когда выдвигаться тебе решать, но в темноте обойти бандитов будет попроще. В общем, решай, а я обратно на пост. Так, короче, что мы имеем? Мы имеем заправку, где бандиты, и мы имеем вот рядышком совсем вот это вот место, где заложников держат. Ну, давайте, наверное, туда сейчас и сходим. Сейчас только оружие почистим. Да, аптечек сделаем. Противогаз. Лопнутый был. Но ничего, починили. Так, кстати, есть какая-то модификация. Это у нас получается на этот. Ух ты! Ух ты, прикладик какой, а? Стабильность увеличивается. Ну, давайте его поставим. И сразу почистить надо. Это для бесшумного боя у нас револьверчик как модифицирован уже. Круто. Ой-ой-ой-ой-ой, она тут близко уже. Это молния. И она зверей жарит. Да? Так, тихо ты, я хотел посмотреть. Ладно, пускай пока живет. Что-нибудь, я думаю, должны придумать, как ее уничтожить. Но пока что еще, я думаю, рано. Так, идем до бандитов. Сейчас лагерь будем освобождать. Так, тут у нас что? Тут у нас много трупов и много нор. Это ж норы или что это? Так, ладно, обходим это место, ну ее нафиг. Так, ферма. Ферма, где держат заложников. Ну, сейчас будем тут разведывать. Тут есть... Ох, елки-палки, это что такое? Это склеп, что ли, местный? Блин, а... Так, ну у нас оружие есть. Сейчас, я думаю, мы... Супер бесшумное оружие. Сейчас, думаю, мы быстро справимся. Так, он спит, что ли? Нож, нож стоит. Ух ты, тут баночки. Какие еще банки? Чушки нас просекли бы, стуканули караванщиком, и капец плану глыбы, а это сечет, чем пахнет. Чуть не спалился. Так, нож забираем. И это если нам чисто фортанет, понял? Ну а че мы этих тогда на месте не кончили? Алло, а как караван хлопнешь, глыба сам на барже грести будет? Так у них же только сервер. Куда грести? Не факт, реально не факт. Как Галина
Так, его надо как-то отвлечь. Так, а как там толпа целая сидит? А вот они расходятся. Все хорошо. Сначала этого. Блин, а не попал. Так, еще тут кто-нибудь есть? Вроде звуков больше нету. Можно и пошариться спокойно. Это че, сука, за шум там на? Ух ты! Тут и собака есть. Подраная! Блин, вы ты че тут спал, а? Втихаря. Я тебя не заметил. А, все. Ух ты, а это что такое? Это броник новый? Так, 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 я хочу броник новый одеть. Где он, где он, где он? Так, это не то, это не то. Это у нас что? А, вот, барабан побольше. Установим обязательно. Так, а броник, броник я пока не могу. Это мне нужен верстачок, ну ладно. Переодеться дома. Так, братики, да, я иду. Кого выпустить надо? Вас? Выпусти нас, прошу. Ну так, отойди, что ли? Я оставляю невинные души в беде. Все, выходим, братья, выходим. Ну мы за спасение твоей души молиться будем, сколько проживем. Спаси тебя, Бог! Да, не за молитва что. Молитва это, конечно, хорошо, но хотелось бы тебя отблагодарить посущественней. Ладно, есть в терминале одна комната. Мы туда запретные вещи рыбе на очищение приносим. Вот, возьми ключ. Ты и так грешник, а тебе там точно что-то пригодится. Ага, ну я думаю, конечно, пригодится. У вас там, кстати, что, челик больной тебя, чуть-чуть, да? Тебя ведь сила антианафеме предаст. Не предаст, если ты не скажешь. Или ты предпочел бы здесь умереть, на их ножах? Нет, нет, конечно, не скажу. Вот глупый ты человек, а? Глупый. Вам все равно эти вещички уже не нужны, а мне понадобятся. Так, ну что, пора тут все обыскать. Каждый закуточек, закоулочек. Тынь, 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 тынь. Так, отсюда я спустился.
Где тут выходы-то есть, а? Я все обшарил, ничего не забыл, точно? Да вроде все. А, нет, не... Кстати, а это что такое за левитация такая? Интересно. Банки еще одни висят. Ладно, обрезаем. В хозяйстве все сгодится. Так, а это у нас... Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, как хорошо, что я сюда не пошел, а? А то моя бы миссия успехом не увенчалась. Ну, точнее, увенчалась бы, но пришлось бы пошуметь. Так, а тут у нас что за дверь? Бана, это какая-то секретная дверь или что это? Я хочу туда попасть. А, это... Все, я понял, где это. Я там был с той стороны. Так, и еще я хотел зайти вот сюда, вот, посмотреть, что тут. А, это типа местный изолятор. Больных сюда, что ли, стаскивали? Так, ну хорошо, все получается, точка пройдена. Я всех здесь освободил, всем помог. О, блин, там этот демон электрически летает. Как бы его обойти? Все, убегаем от этого демона. Ну да, все зачистил, всех спас, я молодец.